В фонетической системе китайского языка есть четыре части. Первый – это инициалы. Вторая – финалы. Третья – это тоже важная часть тона. Но в китайском языке есть четыре тона, но у каждого тона есть свои значения, поэтому будьте внимательны, правильно используйте тоны, если вы хотите правильно говорить по-китайски. Последняя часть – это комплекс, но называется слог. Слог в китайском языке есть две возможности. Первая возможность – инициалы, финалы, тона вместе. Но вторая возможность – только финалы и тона вместе. Но для этой возможности в китайском языке точно есть такие иероглифы, но очень мало, почти 20%. Почти 80% это для первой возможности. Вот. Инициалы, финалы, тон вместе и финалы, тон вместе. Две возможности в слоге китайского языка. Но для слог еще надо сказать, что в китайском языке каждый иероглиф только один слог. Не было, но обычно есть один слог, но есть две слоги, ну, у одного иероглифа, но это по ситуации, вот. Ну, сколько букв есть в китайском языке? Итог 61 буквы, 21 инициалы, 38 финалы и еще две специальные буквы Р и специальный фонетический комплекс. И потому что для этого фонетического комплекса в китайском языке еще две возможности. Краткое и длинное. Поэтому для этого фонетического комплекса надо повторить еще раз, что вы уже изучали, особенно о этом фонетическом комплексе. Вот. Но инициалы, финалы – это очень большая часть в китайском языке. Но у инициалов есть почти 7 групп. А в финале сколько групп? 3. Вот. Ну, какие группы в инициале есть? Сначала губная. Потом губно-зубной. Это первая часть. Вторая часть еще две группы. Альвеолярные, апикальные и альвеолярные
Номинарны. Номинарный. Ну, еще три группы. Это ретрофлексные. Палатарные. И заднеязычные. Вот. Есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 группы в инициалы. Вот. Инициалы есть потом отдельно. Да. Ну, какие примеры? Ну, какие буквы являются, ну, каждой группы инициалы? Например, губная. В китайском языке сколько? 3. Б, по и фо. Вот. А губная зубная? Фо. Вот. Но здесь три этого инициалы в губно-губной группе, но еще есть возможности. Наверное, тоже три буквы МО тоже губно-губной инициалы. Альвеолярные, апикальные, сколько? Еще 3. Ц, ц, с. Вот. 3 буквы. А следующие альвеолярные, номинарные, сколько? 4. Т, т, н, л. Ретрофлексные. Так, но сколько? Еще 4. Извини. Скажи, не влазить на доску? Ну да, ладно. Еще раз сначала до конца.